Бонжорно, Эцио. Здравствуй, мама. Как ты? Сто бене. А ты? Отошел после вчерашнего? Понятия не имею, о чем ты. Ну, конечно. Все равно, мне нужно кое-что сделать. Пойдем со мной? Кон пьячере. Пойдем, это недалеко. Всем привет, с вами говорит Стелл, и мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed 2. На сей раз мы выполняем поручение матушки Эцио. Мне сказали, что ты подрался с Вьери. Подрался? Пожалуйста, не притворяйся. Он оскорблял нас. Я не мог этого так оставить. Ему приходится нелегко из-за обвинений, выдвинутых против его отца. Франческо Пацци негодяй. Но даже я не предполагала, что он способен на убийство. Что его ждет? Полагаю, будет суд. Отец выступит на суде? Ему придется. Ведь доказательства у него. Жаль, что так получилось. Тебе нечего бояться. Все хотят справедливости. Ситуация неприятная, но скоро все закончится. Как и первая половина нашей миссии. Мы уже почти дошли до точки назначения. Сейчас мы подойдем вон к той мастерской. И на этом половина миссии будет пройдена. Что ж, давайте подойдем поближе и посмотрим, что нам скажет Мария дальше. Мы пришли. Привет, Леонардо. Госпожа Мария. Это мой сын, Эцио. Molto onorato. L'onore è mio. Я схожу за картинами и сейчас же вернусь. Он очень талантлив. Imagino. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Мне есть чем заняться. Что-нибудь помимо блуда. Мама. Значит, к вам домой? Си, си. Эцио, помоги Леонардо. Вечно все должен делать я. Эцио, чем ты занимаешься? Он помогает отцу. А, значит, станешь банкиром? Ага. А ты художник, верно? Если честно, сложно выбрать что-то одно. Живопись — это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, цели. Понимаешь? Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира — это недостаточно. Я хочу изменить его. О, Леонардо! Я уверена, что тебя ждет великое будущее. Виринграцио, Мадонна. Благодарю вас. Ну что ж, я могу сказать, у нас появился новый знакомый, с которым мы будем дружить на протяжении всей игры, и не только этой. А тем временем мы дошли до места назначения, ставим ящик. Спасибо за помощь, сынок. Можешь заняться другими делами. Было приятно познакомиться, Эцио. Надеюсь, мы еще встретимся. Анкио. Вот и все, мы помогли всем нашим родственникам. Теперь в следующей миссии нам осталось вернуться к отцу, он что-то от нас еще хотел. Но это уже будет немножечко позже, а пока что я с вами прощаюсь. С вами говорил Стелл, всем хорошего настроения и пока-пока.